Форум общественных наблюдателей прошел сегодня в краевой столице. Участие в нем приняли более 300 человек. Именно они будут следить за порядком на досрочных выборах губернатора Алтайского края. Это второй по счету форум. Первый прошел в марте прошлого года, накануне президентских выборов. Напомним, тогда на избирательных участках работало около 2000 общественных наблюдателей. Молодежь, активисты и даже ветераны. Впервые такая практика будет и на региональных выборах 9 сентября. Буквально накануне депутаты на очередной сессии ОКЗС одобрили законопроект о наблюдателях от Общественной палаты края. А уже сегодня представители краизбиркома и Общественной палаты встретились, чтобы обсудить все детали работы. Сейчас идет формирование корпуса общественных наблюдателей. Мы планируем, что мы все избирательные участки, так же как и на президентских выборах, закроем. На каждом участке обязательно будет общественный наблюдатель от Общественной палаты Алтайского края. Кстати, общественным наблюдателем может стать каждый. На многих избирательных участках 9 сентября будут работать веб-камеры. А это значит, что любой желающий, зарегистрировавшись на портале «Наш выбор 2018», может следить за ходом голосования, не выходя из дома.